Анонс и точная дата выхода нового 4-серийного сериала «Любовница по наследству». Премьера нового сериала стартует с 28 октября на телеканале СТБ. Серии будут выходить по две в день, 28 и 29 октября. Главная героиня нового мелодраматического сериала Татьяна. Последние 15 лет живет размеренной и счастливой жизнью, в любви и понимании. Она уверена, что так будет всегда, и ее возлюбленный муж Олег, успешный бизнесмен, никогда не предаст ее. Впрочем, так и было. Если однажды Таня не получает шокирующее известие ей о том, что ее супруг погиб, упав с крыши высотного офисного здания. У женщины никак не укладывается в голове, что покойный делал на той самой крыше, а чуть позже ей вовсе открывается неожиданная правда о той половине жизни покойного, о которой вдова даже не подозревала. Его мебельный бизнес в действительности не такой уж и прибыльный. Для того, чтобы удержаться на плаву, мужчина заложил роскошную недвижимость и взял под него кредит в банке. Теперь кредиторы требуют свои деньги обратно и грозят забрать дом. Но самое ужасное, что Олежка, как получается, жил на две семьи. И вторая женушка в положении и сейчас требует по закону долю наследства. У Тани голова идет кругом. Она даже не знает, как реагировать на выпады амбициозной особы и всего вороха лжи, которой оказалось слишком много. Напомним, премьера нового сериала стартует с 28 октября на телеканале СТБ. Если вам нравятся сериалы и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.